О, зайка, привет! Привет, Слушай, Соня! выслушай меня, пожалуйста. Дядь Вов, вы тоже меня выслушайте. Давай, Я сейчас на давай, Украине. Нам сказали, что мы сюда как миротворцы пришли. А мы нихуя здесь не миротворцы. Мы, блядь, сносим города, все здесь, блядь. Я сдался в плен, потому что я не могу убить человека, мирного человека, который, блин... Вы понимаете? Этот, мне нужна ваша помощь. Говори, Сань. Этот, надо, чтобы ну, вы подняли всех, чтобы все вышли, реально, вот тут все собираются военные, все обзванивают всех и говорят, чтобы, блядь, выходили. Не плачь, ты мужик, Саня, не плачь. Дай свой телефон. Держись, блядь. Не переживай, мы завтра идем в прокуратуру писать заявление, что это все хуйня. Не переживай, все будет нормально. И надо этот, союз солдатских матерей это, чтобы вы меня забрали отсюда. Я сдался в плен, дядь Вов, потому что я не убийца. Молодец, Ань, молодец. Ты мужик. Не трогай телефон. Что там, тебя хоть не обижают? Честно только. Не... А что тебе нос... Это я убегал, блин, там по нам стрелять начали. Убегал это, и потом я, ну, поцарапался в лесу. Ну, я так понял по видео, ты в Николаеве. Я не знаю, где. Да, если да, то я знаю. Дядь Вов. Просто попроси, чтобы тебя не обижали, скажи, я попросил. Меня не обижают. Все, я очень рад. Меня еду дают, все это дают. Серьезно. Тоже надо написать, Аня, мы все написали, не переживай. Завтра твои друзья идут писать заявление в прокуратуру, полностью заявление. Куда материал, мы уже все написали. Я тебе клянусь. Дядь Вов, тут мы не зашли никак. Нам сказали, что мы как миротворцы. Я что-то видел по видео, Сань. Я же все видел. Это мы все понимаем. Мы все это понимаем прекрасно. Держись, держись, Санечек. Главное, чтобы тебе никто там не трогал. Не плачь, добро, ты мужик. Все хорошо будет, солнышко, не плачь. Успокойся. Вы тебя очень сильно любите. Ладно, все.